17 апреля 2015 года состоялась церемония вручения знака и мантии почетного доктора первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова президенту Синьцзянского медицинского университета профессору доктору медицинских наук Халмурату Упуру. Во вступительной речи ректор университета, академик Российской академии наук профессор Сергей Федорович Богненко рассказал об опыте и перспективах изучения китайской традиционной медицины. И мы видим результаты того, что эти методы очень помогают в реабилитации наших больных. Есть целые категории больных, для которых это метод выбора. И в наших совместных исследованиях мы, конечно, хотели бы, чтобы были найдены материальные носители этих методов, и чтобы были доказаны эффективные из этих методов. На территории России то лучшее, что было накоплено тысячелетиями в рамках китайской медицины, было доказано с точки зрения доказательной медицины и реализовывалось в лечении всех категорий больных. Вот на этом пути у нас очень большие планы совместных исследований. Что наше взаимодействие с Китайской Народной Республикой и Синьцзянским Уйгурским университетом уже насчитывает десятилетия. Поэтому, по сути дела, мы, так сказать, в таком мейнстриме, что ли, в русле главных событий, которые происходят на пути интеграции медицины России и Китая. Было принято решение о присвоении почетного звания почетный доктор первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета глубокоуважаемому профессору Халмурату Упуру. Ученицей доктором Елисеевой Марины Владимировны. Она блестящий иглотерапевт и отлично владеет методами китайской фармакотерапии, если такая возможность есть. 尊敬的薛老先生, 尊敬的我的父亲班的格列巴里斯维奇, 我最敬爱的父亲, 尊敬的各位专家, 大家下午好。 Assalomu alaykum va rahmatlik. Bizning rektorimiz, bizning boshlig'imiz, bizning ulug' mujarrad o'tirgan bizningki chin yurakdagi professorlarimiz. Ladies and gentlemen, so I'm so glad, I'm so thrilled today. For me, it's so happy because today for us, I think this, I can't forget, because I remember though 25 years ago,
Дамы и господа, здравствуйте, добрый вечер, добрый день и доброе все, как мне надо сказать. Сегодня также я так радость от времени. У меня, я могу сказать, и утро, и днем, и ночью я всегда вспоминаю. Так, 25 лет назад. Вот это время, которое мне так было трудно, так было ничего не понятно. Не знаю, что это такое Ленинград. Тоже не знаю, что это первые армаи. Еще не знаю, что пулмонолог. Мне так трудно. Всю жизнь трудно. А вот это время, первые армаи, Санкт-Петербургский университет дал мне сын, дал мне уверенность и дал мне любовь. Поедете и почувствуете, и узнаете, что это такое Синьцзянский университет, это копы Ленинградский первый медицинский институт. Спасибо вам большое.